Так, друзья, доброе утро. Сегодня у нас 19 июня, 4-й день работы на крыше Карлсон. Итак, докладываю вам объем выполненных работ за 4 дня. Так, выходим на крышу. Так, я на крыше. Что мы сделали за вчерашний день? На улице дубак. Вообще дубак. У нас в Уфе 7 градусов. 19 июня. 7 градусов. Я не знаю, люди в куртках ходят, в шапках. Вот посмотрите. Я в шапке, в куртке. Такое ощущение, что октябрь месяц наступил. Ну, докладываю, что сделано. Так, на эту половинку. У меня как бы дом поделен вот здесь вот. Ну, так скажем, на две половинки. Та половинка, правая и левая. Запад-восток. Потому что к чему я иду? Иду к тому, что будет две половинки. Западная, вход оттуда. И восточная, вход отсюда. Ну, отсюда вот. То же самое будет, симметрично все. Поэтому пока делаем ту половинку. А так. За вчерашний день сделали вот такую вот перегородку. Здесь получается вот будет вот проем на 90. Это будет кухня с двумя окнами. Здесь будет санузел, туалет. Вот здесь вот. Вот проем на 80. Так, ну сегодня у нас будет ответственный день. Мы сегодня будем заниматься именно мешковиной. Будем устанавливать так мембрану. Получается мембрана, по-моему, ну как не ветрозащита, которая должна вот именно на стенах, да, идти, а вот именно самая вот со стороны металла первая мембрана — гидропароизоляция. Вот будем ее между стропилами. Будем делать контррейку, крепить между стропилами к стропилам контррейку. И будем уже степлером крепиться. Мы вчера сделали вот еще на ту половину, на западную, мы сделали продухи. Сделали вот там вот два отверстия, вот одно, второе. Отсюда не видно. Вот сейчас приближу. Вот, одно отверстие. И там симметрично вот получается, сейчас здесь вот покажу, тоже будет вот здесь вот получается с той стороны одно и второе отверстие, потому что посередине у меня, видите, брусочек. Так, аэраторы я ставить не стал, я думаю, на продухах мы остановимся. Но если прямо этот вопрос меня так будет волновать, и я как-нибудь залезу и посмотрю, что у меня с кровлей, то дополнительно на конек будем ставить аэраторы. Ну, и либо с правой стороны, либо с левой стороны, в обоих местах. Что еще мы сделали вчера? Так, выровняли потолок. Вот. Полы у нас выровнены. Выровняли потолок. Вот видите, нашили на бревна доски. Вот они. С одной стороны, с западной вот доска. С той стороны, с той стороны. Сейчас покажу. Здесь полоса препятствий, ходить вообще неудобно. Так. Самое главное, чтобы мои плотники все здесь чики-пики, никто не повредился. Вот видите, да? Здесь вот нашита доска по уровню. Вот. А вон там, видите, вот продух. Вот отверстие на 100. Досок вообще мало осталось. Вчера съездил, кстати, вчера съездил в Леруа, закупился на 15 000. Вообще у меня по двум скатам по 70 квадратных метров.
порядка 150 квадратов. Надо будет устанавливать мембрану. По затратам у меня выходит по 3000 я плачу плотникам, потому что, ну, такая договоренность, потому что тут хрен оценишь этот объем. А работают вообще просто профессионально и очень быстро. И подсобнику 2000. Получается 8000 расход в день. А, грубо говоря, 32 тысячи, ну, минус где-то 29 тысяч. Там один день у нас не работал, да, плотник, третий, ну, именно второй плотник. Где-то 29 тысяч расход у меня. Плюс 15 тысяч у меня вышли вчера материалы, мембрана. Вот. Это порядка уже, если посчитать, 30, 15, 45 тысяч, да. Ну, в принципе, с учетом саморезов, по 2 тысячи в 2 дня я покупал гвозди, это ровно 50 тысяч у меня вышли расходы на ребят, на работ, на рабочих и на материалы, вернее, на саморезы, гвозди, и на материалы доски тоже 50 тысяч. И вот у меня расход 100 тысяч уже. На сегодняшний день расход 100 тысяч. Чтобы вы, как бы, было чтобы было понимание, вот такой объем работ выполнен за 4 дня. А, хочу сказать, что размеры кровли у меня 9,5 на 9,5. Вот. Это, ну, чуть больше 80 квадратных метров. Вот такой вот объем. Здесь будет, получается, по скату крыши лестница на второй этаж, и будет второй этаж тоже под спальню. Открытая спальня будет. Будет кровать на втором этаже, потому что на первом этаже здесь, получается, будет зал, санузел, кухня. Вот такой проект. Ладно, сегодня продолжаем работать. Буду докладывать по количеству расходов, как у нас все проходит. Крыша Карлсона. Получается, у нас сегодня пятый день будет. Сегодня будет пятый день. Все, продолжаем работать.